Про эмоции по таким названиям в Доме духовного развития семьи «Чайка» состоялась выставка арт-объектов детей и подростков. Каждый экспонат отображает те или иные жизненные ценности, семья, любовь, забота. Главная цель организаторов – помочь ребятам самим сделать выбор, который определит их дальнейший жизненный путь. Самым интересным в этом творчестве было то, что мы дали свободу ребятам выбирать, на какие темы они будут работать и творить эти объекты. И самым интересным оказалось то, что все объекты, которые представлены на выставке, это объекты про ценности, про семью, про любовь, про ресурсы, про школу будущего, о которой мечтают ребята. По словам руководителя проекта Буинты Манджиевой, проект охватил более 1500 человек. Большинство из участников отметили улучшение качества отношений. Немаловажной целью была и профилактика разводов молодых семей. Сегодня у нас завершается большой грантовый проект, который длился в течение года, и он был направлен на развитие осознанности в Республике Калмыкия в части профилактики разводов, улучшения семейных отношений. И в этой части у нас есть тоже большие результаты. Многие семьи, которые собирались разводиться, сегодня живут счастливо и продолжают семейную жизнь. Нам кажется, что работа с молодежью – это очень важное направление в плане поддержки института семьи, материнства, отцовства и детства. Молодая семья Гавшаевых посещает семинары и встречи Дома развития на протяжении года. По словам Баиры Гавшаевой, отношения внутри семьи стали намного лучше, а ее сын Дайсан избавился от проблем с общением. Мы многое почерпнули из этого проекта, и многому научились мы, как родители. Многому научился мой сын. Он обрел друзей, он обрел комфортную для него обстановку, и многому научился. Научился выстраивать границы, научился общаться. В общем, обрел много друзей уже помимо этой студии, даже в школе он научился дружить и понимать.